Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy A14. И сейчас я покажу вам, как поменять рингтон на данном устройстве. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Звуки и вибрации». Здесь мы выбираем мелодию звонка и можем выбрать любую мелодию из тех, что у нас здесь имеется. Также можем нажать на плюсик и добавить мелодию уже из наших каких-то песен на устройстве, если они у вас есть, потому что у меня нет. Вот, нажимаем, пусть, допустим, будет это, нажимаем «Готово», и таким образом добавляем новый рингтон, устанавливаем. На этом всё. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.